спасибо большое. Как мы обещали, мы проанализировали результаты Гринхоуэра. Было очень много команд. На третьем месте с результатом 297 баллов команда, которая играла на пятой дорожке. Мы приглашаем вас на центр зала. Проходите. Проходите, проходите. Могу сказать, что это не шуточный результат. Я вижу двух участников, где третий? Ярослав! Ярослав, где вы? Мы потеряли Ярослава. Но мы вручаем вам подарки, как я обещал. Это драконы, символы этого года. А теперь поистине уникальный приз. Команда, которая заняла третье место, получает сертификат, который позволяет его обладателю сократить один рабочий день на один час. Данный документ вступает в действие с момента его подписания в действие до 31 марта. Под ваши аплодисменты. Они заслужили эти призы, давайте проработать их дружными аплодисментами. Спасибо, уважаемые. Девятая дорожка. Я приглашаю игроков девятой дорожки выйти на сцену. Да, вы готовы сделать. Это ваши заслуженные аплодисменты. Насколько я знаю, у нас в этой команде победитель прошлого года, да? Да-да-да! Поэтому именно вам мы вручаем эти шляпы. И самый ценный приз. Свидетельство. Данное свидетельство дает право сократить рабочий день ее обладателю на 2 часа. Под ваши аплодисменты! И теперь настал момент истины. Мы приглашаем команду, набравшую 391 балл. Это игроки шестой дорожки. Мы вручаем призы этой команде. Также мы вручаем свидетельство, сертификат Рафаэлы, да, и сертификаты, которые позволяют их обладателям опоздать на работу или сократить, или уйти пораньше на 4 часа. Это официальные сертификаты. Но я прошу не покидать эту команду. Поистине у нас был уникальный игрок. Это человек, который выбил 3 страйка подряд. Собственно, он принес победу этой команде. И мы вручаем под ваши аплодисменты игроку, который набрал 158 баллов, приз и главный сертификат сегодняшнего вечера. Он позволяет его обладателю... Нет, целый год нет. Безнаказанно пропустить один рабочий день. Под ваши аплодисменты, это официальные сертификаты от компании «Ситранс». Мы провожаем вас этими аплодисментами. Также я прошу выйти на эту площадку.
четверых очаровательных девушек. Это те девушки, которых я могу отметить за самые... Ура! Да-да-да, за самые активные ура! Вас. Прошу, вас. Так-так-так-так. Оленька, можно тебя? Прошу. И вот эти очаровательные девушки. Мы вручаем призы. Вот эти вот огни и шляпы. Я думаю, эти дамы заслужили аплодисменты. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вот и закончилась наша церемония награждения. Я всем вам желаю приятного аппетита. А на площадку хочу пригласить моих хороших друзей, которые сегодня будут петь специально для вас. Это музыкальный коллектив «Гран-при». Под ваши аплодисменты!